Добрый вечер, день, дорогие земляки, дорогие друзья. Приятно, мы тронуты таким обилием зрителей. Большая вам благодарность за такое внимание к Центру немецкой культуры Российско-немецкого дома. И я хочу от имени руководства дома, директора Александра Викторовича Киля, который сюда собирался, но на больничном находится, от министра культуры Игоря Николаевича Решетникова передать вам большой привет и поздравления с замечательным юбилеем, с праздником, который ощущается с первых же минут. Честно скажу, что настроение было как бы не очень после дороги, там дождь, туман, выезжали из Новосибирска, потом стало жарко, к вам подъезжали, и потом увидел еще вот с Владимиром Августовичем, общались, увидел его на плече клеща, у меня настроение вообще упало. А теперь вот прямо как только праздник с первых минут пошел, и я понял, что все-таки уже праздник получился. Можно даже не переживать, как все пройдет отлично. Большое спасибо, дорогие земляки, большое спасибо Надежде Вячеславовне персонально. Она у нас защищает, можно сказать, весь Южный Карасукский куст, центр немецкой культуры. Время непростое, я вам скажу честно, что сегодня стоит речь об оптимизации, идет речь о сокращениях и так далее. Нам удается пока чудом держать все наши центры по всей области нетронутыми, невредимыми. Но и самое сильное, самая наша гордость, наш щит, это, конечно, Карасукский район. И сегодня, конечно, персонально госпожа Матвеева.